Но здесь у меня громко не получается, потому что, как бы, я не знаю, со связками что-то мне просто не хватает. У меня голос начинает пропадать, может осипнуть. Да. Поэтому я начитывала немножко тихим голосом. Вот. Без ошибок совсем не получается. Я только старалась, чтобы Евангелие было совсем без ошибок. Иногда бывает, прочитаешь, начинаешь проверять, и смотрю, Евангелие, значит, либо где-то одна ошибка, либо цифру, там, стих неправильно. Я не знаю, внимательности, конечно, нет, наверное. И начинал начитывать по новой. Самое главное, чтобы не было ошибки в Евангелии. Вот самый интересный случай был, например, когда я там было, значит, что означает 20-е праздники. Вот, я начитывал несколько раз, получается все равно, что ну, начинаешь как бы ошибаешься. Не нравится, начинай по новой. Потом, значит, все-таки до конца сделала, думаю, ладно, наверное, как бы получилось. Начинаю, значит, этот ролик еще раз просмотрела и думаю, интересно, сколько же я раз начитала, чтобы получить вот результат, который мне хотя бы понравился. Я так пересчитала, и оказалось, что он 12-й. То есть от 20-х, от 12 праздников, да? И получается, что интересно, не случайно, только с 12-го раза он у меня получился. А потом, значит, один ролик, когда было, как относится к числу 13, там я, значит, ну, я специально, конечно, не насчитывала на о праздниках 20-х, там просто у меня какое-то побуждение было посчитать. А до этого я не обращала внимания. А вот 13-й ролик я начитала почему-то сразу. Потом посмотрела, думаю, надо же, с первого раза он у меня получился. А потом думаю, я же сама 13-го рожденная. Тут как бы так интересно получилось. Вот. Ну, у меня еще, скажем, давно такая есть ситуация, которая... Я вам сейчас, наверное, расскажу немножко, как я слышала на собрании. Преподнесу вам также ее в виде притчи. Вот, скажем, но это будет, наверное, понятно. Скажем, в одной семье жило три сестры. Старшая, младшая, средняя. Вот. Уезжает у них отец далеко и поручает как бы младшей сестре присматривать и озаботиться за старшей и средней. Ну вот, младшая заботится, старается как бы, да? Спасаться же хочется. И вот она, значит, приглашает их, ну, живут они все по отдельности, но поскольку, значит, младший и средний возраст у них ближе друг к другу, они чаще встречаются, они больше понимают друг друга. И младший говорит ей, давай так договоримся с тобой, если мы будем спасаться, я тебя буду обличать, а ты меня будешь обличать, и мы будем так исправляться, потому что со стороны бывает виднее. Ну да, соглашается, конечно, но когда приходит сильное искушение, она не всегда об этом помнит. Бывает, иногда сразу, ну, как бы прогневается, а потом уже понимает, что да, это полезно. Но, со самой старшей, которая возраст более у нее в отрыве от этих, но более старшая, с ней сложнее. Со временем, ну, в возрасте люди, в общем, у нее, она сильно обидчивая, и бывает, любит спорить. Но поскольку она в семье всю жизнь командовала, там и муж, и дети, и семья, она привыкла вот командовать, и она не, как бы не позволяет никому. Ей всегда кажется, что если ей делают какой-то дают совет, то ей кажется, что над ней командуют. Это ей ну, не нравится. И вот был такой случай, например. Несколько раз, конечно, они собираются, но поскольку они живут же не вместе, они собираются, и все у них какое-то время хорошо, но потом враг, конечно, пробежал между ними. И старшая сестра перестала к ним приходить. Вот. Они какое-то время не видятся, но потом, значит, младшая, поскольку надо заботиться, она, значит, созванивается с ней. И вот как старшая звонит и там рассказывает о себе. Младшая видит, что как бы она, скажем, ну, как жена Лотова, не оглядывается спеть, она видит, что враг подступает к ней, и как бы она, ну как скажем, чтобы не было, скажем, духовного падения, она ее предупреждает. Да. Выслушав, она просто говорит ей, не оглядываясь спять, как жена Лотова. Ну, на этом речь, значит, закончилась. Потом, значит, в следующее воскресенье они должны были собраться, старшая сестра не приходит. Получается, она затаила обиду, вспомнив еще обиду, которая была год-два назад. И начала это копить. Младшая ни о чем не подозревая, она даже же не знает,
она даже об этом не думает. Вот. Средняя с младшей они встречаются, продолжают, и только потом, значит, приглашают старшую, какое-то время проходит, может, недели через две, она успокоилась, приходит к ним. И вот они собрались, у них там и гости были, Евангелие, значит, они почитали вместе. И тут получается так еще одно искушение. Близкая родственница еще одна сообщает, что видела она там старшую, там-то, там-то, и говорит, тоже беспокоюсь за ее состояние, как бы вот она духовно, ну, мало и всякое же, мы хотим спастись, давай ей дадим совет. Такой-то, такой-то. Ну, младшая сестра опять за свое, она говорит. Причем надо было, наверное, один на один сделать, но получилось так, что, не задумываясь, она ей высказывает при всех этот совет. Мол, вот тебе советом так-то, так-то, будь осторожна. Та немножко, значит, сразу, получается, у ней вскипает, и она вспоминает прошлую обиду, потом двухгодичную обиду, там мне все, видать, опять вспыхнуло, и эту обиду, и она вскипела. Начинает оправдываться и переворачивать слова, она не понимает, что желает ей добра. Конечно, она уходит быстро, хлопнув дверью, и на этом как бы опять. Мы, значит, получается, как вот, договор с ней, конечно, не был обличать друг друга, но здесь понятно, что если она не терпит даже совета, то обличение она терпеть не будет. Ну, человек, если сильно обижается постоянно, ну, неправильно понимает слова. Причем всегда требует от всех любви, особенно от младшей. Ну, ей почему-то всегда кажется, что она над ней командует. И она говорит, вот вы должны проявлять любовь, вы не так делаете. Если что-то, она средней сестре жалуется. Вот она меня достала, вот так-то, так-то, надо делать так-то, я вас старше. То есть она на возраст пеняет. Но младшая говорит, ну, поскольку мы все как бы духовно на равных, стояли на одной дистанции и равны были, да? Если мы приняли вместе полное погружение, все вместе, то здесь мы пошли на равных. Ну, если кто-то бежит немножко вперед, ну, никто же не мешает вам ворваться вперед и бежать. Вот. Здесь уже на возраст младший не смотрит. А старший, вот ей это обидно. Здесь, наверное, нужно младшей смотреть на возраст, но здесь сложно, опять-таки. Было несколько таких моментов, что младший думает. Ну, как бы, зачем мне это надо, заботиться о них? Наверное, можно же о себе только думать, спасаться самой, как бы, да? Зачем брать о них? Они уже взрослые, самостоятельные, они также много знают. Вот. И как вот здесь сложно прерывать вот эти отношения? Та уже старшая, она понимает, что однажды у них раз, значит, была такая скорбь, что какое-то время они не встречались, потом начинают встречаться, враг начинает опять пробегать, и она понимает, что она обижается, что нужно примириться. Они, конечно, прощения просят у друга, но дело в том, что никак не получается. Вот как быть в той ситуации? Действительно, им только на расстоянии получается. Близкого общения не получается. Как только близкое общение, обязательно враг пробегает. Потому что человек, наверное, не видит. Ну, прямо в глаза высказать, конечно, не пришлось. Поскольку она старше, вот так высказать в глаза, что ты обидчивая, что ты любишь спорить, она это не воспринимает. Вот. Как вот быть? Молиться, продолжать дальше? Встречаться, не встречаться? Да, вариантов-то много. Но главное, что человек должен помнить, что он умрет. И умрет, может быть, сегодня, а может, через час. И вот с этой позиции надо все рассматривать. У Сирахова написано, помни последнее твое сейчас, и вовек не согрешишь. Какое грешить-то, когда я могу потерять все царство и оказаться сатаной? Вопросов нету. Когда человек обижается, означает, он не сделал первый шаг. А первый шаг – отвергни себя, ступеньки. Вторая – возьми крест, вот это поношение, обличение, с радостью прими. И третье, говорит, следуй за Христом, считай его заповеди, исполнение, на что не смотря. Ни погода, ни товарищи, ни система, ни смена власти, ни тюрьма, ни свобода, ни здоровье, ни болезни. Наследование за Христом не влияют. Он с нами, он подает исцеление, он берет на руки, то есть все это ему принадлежит. А мы должны довериться. Вот она, как можешь сказать, ты ничего не можешь сделать.
Как что сделаешь, если она замкнулась? Ожесточившись обратно, преступнее крепости. А так крепость надо и лестницы ставить, и штурмовать, и терять. Это трудная работа, очень даже трудная. Ничего не сделать, молись. Если она не думает встречаться, не настаивай на этом, продолжай молиться. Насильно мил не будешь. Это и поговорка говорит. Главное, это что сказала, сказала. Договариваться не надо. Вот это вот там договориться, ты меня, я тебя. Ну, надо смотреть. Действительно, к старшему у тебя отношение будет другое. Раз она старше, значит, ты все это имей в виду. А мало того, когда нужно сказать старшему, то как раз и произнести. Не обидишься, я тут хотел тебе помочь, сказать одно дело, заметил. Кому? Мне? Да. Ну, только давай, приготовься, давай, помолимся. Я скажу, чтобы ты меня не обиделся, потому что я тебя очень дорожу тобою. И вот так как-то надо подойти. Не то, что а я никого не боюсь, я скажу, я ему сейчас выговорю. Ну, ладно, сказал один раз. Тебя выгнали, на этом все закончилось. А это именно всем, Павел говорит, сделался для всех. Они разные. Ну, конечно, когда разговаривает мужчина с женщиной, тут слишком большая разница, и женщина не должна вообще говорить. Учить не позволяю. Учить по Писанию или как, не позволяю. Ну и не властвовать. Она любит властвовать, тоже ничего не сделаешь. И женский ум и мужской – это абсолютно разное. В делах житейских, Иоанн Златоуст говорит, она может быть острее мужа. А в делах божественных, вот мы знаем, Златоуст, 12 томов, за 2000 лет скажи, кто написал из женщин? Ни одной вокруг Христа, ни одного апостола не было. Избирает 12, одни мужчины. 70, одни мужчины. А что, не было разве? Были. Были Андроник и Юния. Были такие, считаемые, Акила и Прескила. Но нигде мы не видим, чтобы Прескила учила Акилу. Нет этого. И поэтому там проще. По паранжиру. Слушайся, исполняй все. В божественных вопросах, проповеди, мужчина – глава. Но у вас женщины обе. И тут сильно давить-то на возраст не приходится. Если неправильно поступаешь, а тебя обрещают, тебя стараются вытащить из этой прорвы, из этой ямы, куда ты уже свалился. Но это мы разговариваем, когда двое. А когда вас должно быть двое, а я третий, тогда бы вы легче догадались. Знает ли она притчи, как смотрит, какую молитву считает на умещение сердец. Ну и все, поговори, чтобы человек это понял. Вот я рассказываю про одного портного, портной. Ну, он портной, так портной, он знает, как шить. Он материю берет, намачивает ее и стягивает. И поэтому то, что у него надо было сшить, допустим, одну шапку, а он растянет так-то, у него получается полторы, а когда две, или из трех, он уже одну лишнюю сшивает. И у него накопились разные куски. А человек потом походит, первый дождь, его сдавило, он говорит, что-то такое меньше стало. Туда. Да не знаю, материя такая. Он отрезал от нее. Надо шить, не натягивая ничего. Но он видит это дело. И однажды уснул и видит, лежит на спине, у него изо рта дерево выросло, у портного-то. И там разные куски висят материи, которые он где-то там кому-то сократил где-то. Он страшно испугался. Проснулся, сон рассказал жене-то. Вот так. А сына учит на портного и говорит, Ваня, ты как только увидишь, что я беру, там режу-то, ты сразу скажи, тятя, а дерево, помню. Он говорит, ты делай так, я тебе там буду помогать, сейчас я покажу. Ну ладно. Вот он сидит, там щакает, шьет, режет. И видит, материя дорогая, цена. Он говорит, тятя, а дерево? Он вот так ножницы раскрыл. Дурак, да такого куска там не висело. Там много было разных, а такой-то не висел. Он прямо в глаза ему. Но еще получится. Ты должен, наоборот, поблагодарить и дальше. Да, такой ситуации у вас не было. Ну что, что не было? Все равно ты веди себя так, как в присутствии Христа. Вот. Много говорить не надо. В таких случаях все проходит мимо. А еще как лучше? А лучше промолчать. Вот у меня была история такая. Я сижу в тюрьме, а в это время допрашивают знакомых, и одна молодая. Она мало была среди нас, и она начинает говорить. Вот для Слова Божия нет уст, там в книге написано. Я
она отзывается, что да вот говорят, у него там то-то, то-то есть, у меня там дом в Алма-Ате где-то, и говорят, что у него и книги баптистские есть, и она говорит, ну почему-то ее в суд не вызвали, а ей 16 лет. 16. Прошло время, я вернулся, проходят годы, она уже бабушкой стала и пришла к нам на занятия. Заплакала и перед всем народом все это рассказала. Это мои родители меня заставили. Я ничего не знала. Они мне там дали, ну, потренировали ее. Ну, она следователю говорила, но ее в суд не вызвали. И она пришла, тут обняла, все по-хорошему. Но это держалось, может быть, года два. Дальше опять она приезжает с внучкой, с сыном, со снохой, принимает крещение у нас в Потеряевке. И они сразу отошли, отпали. Отпали, мир захватил свое. А она еще маленько подержалась, чем-то заболела, какая-то у нее рожа там началась. И все. Теперь даже ничего ей не говори, какие беспорядки в церкви делаются. Что вы, да тут, да то, другое. Я вижу, человек не трудился, и это она избрала легкий путь, тем более она там к храму прям рядом живет. И это как раз. И что говорить? Ничего. Только молюсь. Она не воспринимает. Во-первых, ей это легче, родители теперь на нее не нападают. Она сидит, а я вас слушаю, что вы тут в интернете? Ну, что ты слушаешь? Другое дело занятие, когда мы друг друга видим. Слушать тоже хорошо. Ну, ты же воспринимаешь, что в церкви все это ладно. А в церкви не ладно. Кому Бог открыл, а они видят, что там бедлам, там такая разруха. Патриарх проехал по северу и говорит, духовные развалины, патриарх Кирилл. Восток. А этого нет, поддакивает, ну, любвисты называется. Всех она любит, всех люблю, никого не осуждаю. Без пробела. А одной строкой, одним словом, всех люблю, никого не осуждаю. И она в это впала. Я побыл, вижу, бесполезно. Говорить еще не надо. А то она не пропустит, чтобы не обнять, там, не поцеловать. Все. А почему слишком много потеряно? А это многое ставит ответственность. Как ничего этого не оценила. Она ничего, кроме хорошего, не получала. И вдруг прощение получила за то. Но восстала. И дальше-то сатана сразу зачистку делает. И на этом все. И душа снова опустошенная. Да, она сидит, да, находит в храм. Но все, что там делается, ей теперь это не касается. Она видит там даже... Я уже не знаю, что. Вот я видел, один зашел в шапке в храм. С папиросой. Папироса дымится. И с собакой рядом. Зашел в храм и стоит в очереди за свечами. Я когда подошел, ему потихоньку вызвал его, говорит-то нельзя. Он вышел, что? Я говорю, в храме нельзя в шапке. Нельзя. Я не знал. Вот так. Я говорю, и куришь, папироса дымится. Ну, я же не курил. Но она дымится. Да и с собакой нельзя, храм освещать надо. Ну, я только ему это рассказал, и все. Никольский собор у нас на Ленинском. В это время подбегает молодой человек, это видно моих прислужников. Вы что ему тут говорили? Я говорю, да, так, недружественно прямо, что ему говорили? Я говорю, что в храме нельзя это делать, что на улице делает, это храм Божий-то. Ну, что этот служка, который не сам прибежал, которого послали, видя, что я сказал, но он вышел, у них мысль такая, что я его куда-то увел от православия. Понимаете, почему? Ему и мысли такие приходят. Потому что старшее поколение, они долбят и долбят одно. Мы еретики, мы сектанты, мы протестанты, ну и раскольники, там, все псевдоправославные. Как он заиграл сразу. Вы идите у своих баптистов там учите, наших людей не трожьте. А мужчина стоит, ничего понять не может. Думает, что ему, с собакой теперь заходить или? Ничего, поморщимся, переморщимся. Благодарение Богу. Если бы не было, я бы вам этот случай не рассказал. А он официальный. И они этого не понимают. Вот мне сегодня ночью там из Красноярска, близкий мне Юрий Соболев, и говорит, недавно я вам писал, тут с одной баптисткой молодой познакомились, но у них-то мои материалы есть, они на основе материалов с нею. И она стала склоняться. И недавно она, вот, неделю назад или сколько, она пришла, я не знаю, крещение приняла или нет, а за ней другие потянулись, баптисты, которые знают ее. А там их, который ими руководитель добыл, пастор называется, он там залютовал, говорит, как. От него все ушло. Он бы пришел, послушал, и, глядишь, его бы Господь коснулся. Тут люди говорят по Слову Божию, по святым отцам, по канонам церкви. Это мне известия такие идут. Мне уже и того жалко.
И этот спрашивает, вот сколько беды делают масоны. А я им объясняю, кто они, когда возникли, зная это. И с их стороны, они же не думают, давай сделаем, плохо русским будет. Или хорошо там мусульманам. Нет. Они думают, как управлять миром, чтобы не было убийц, не было воровства, все было под контролем. Ну, маленько, чтобы понять, ты должен одним из них быть. И ты поймешь, что там очень хорошие люди, но Бога не знают. И поэтому вместо Христа они воцарят дьявола. Вот это плохо. И исполнится 8:44. Ваш отец дьявол. Вот так. Много не говори. Можно я прочитаю стих уже? Просто вы, наверное, не слышали. Я-то сейчас уже не пишу. Просто последний вот написала, сестре посвятила. Спаси меня, Христос, за халву и за ложную на меня молву. Спаси тебя, Христос, за бутерброд и за камень в мой огород. Ты перевернула мои слова, удивляюсь, как так смогла. Совсем не приняла наш совет и дружба свела на нет. Ты злую мысль от врага приняла, она как птица гнездо свела. Давняя обида в душе всплыла, чем и благодать от тебя отняла. А мы, давая тебе совет, оградить хотели от многих берег. О спасении забота, поверь, ты же ушла, сильно хлопнула дверь. Не стерпела, вскипела, как чайник. Мнишь, будто я для тебя начальник. А ничего такого и в помине нет. Я ремень на обуви от штиблет. Я всего лишь серая мышка для кастрюль и банок крышка. Всякой душе я желаю спасения и будущего во Христе воскресения. Да осветит нас с тобой Христос. Враг не снесет наш дом под откос. Как же на Лота не вернемся вспять и благодать обретем опять. Давай примиримся с тобой, сестра, чтобы не коснулась нас ада искра. Давай призовем в душу мир Христов и получим свободу от вражьих оков. Ой, прости, сложно мне, болею еще. Ну, она и за это будет недовольна. Скажет, ну, не читала, читать нельзя. Да, скажет, что ты из себя воображаешь, кто ты такая? Да. Ничего тут не остается, как молиться. Конечно, иметь таких друзей, которые бы выслушивали и все как надо. Но она старше, ясно дело, где-то промолчать, где-то не сказать. Ну, надо просто нет. Конкретно. Игнатий Ильич, недавно одна сказала женщина, якобы ей сказала одна, но она имеет как бы связь с нашим священником в храм, в который я хожу. Говорит, ой, я с ними очень хорошо дружу, с этим священником, я их знаю. Вот они сказали про Катерину. Мы за ней следим. Вот она как сказала. Мне так смешно, конечно, показалось. Я говорю, да я вижу, за мной весь храм следит, не только священники. Все, наверное, смотрят, как я, чего я делала, куда я пошла, пришла я или не пришла ли. Вот заняться же им больше нечем, как-то за мной следить. Еще. Последний раз было интересно, вот там ролик, когда мы ходили Евангелие раздавать. Так интересно, Господь вразумляет меня, думаю, ну как быть-то? Проповеди не всегда получается. И приходило, знаете как, народ идет когда на меня через переход, и приходилось прямо выкрикивать слова вместо Евангелия. Естественно, люди шокированы, они пугаются, однозначно принимают за сектант. Один даже, вот мне понравилось, правда, один мужчина решил меня, как говорится, проверить, проходя мимо, он говорит, ну-ка перекрестись. Проверить меня, сектантка я или нет. Я говорю, верую, да, во имя Отца и Сына Святаго Духа, аминь, исповедуем Святую Троицу. И он сразу мимо пошел, как будто меня не видит. Спросил, я ответил и дальше побежал. Сектант один попался тоже, да, он говорит, у нас книга 66, это вы прибавили. Вот, а я сначала-то не поняла, объясняю ему, думаю, человек просто не сведущий, не знает, что надо Библию читать 77 книг, а только потом до меня дошло. Что вот он сектант 66 читает. И да. Что интересно, вы говорите, один стих видят, и он мне говорит, вот в Откровении сказано, кто прибавит, Господь язвы наложит. Вот ведь интересно так. То есть один стих они видят, а другой рядом стоящий они не видят. Ну, единственное, что там говорит, они же переходят, задерживаться нет, каждый бежит по своим делам. Я только ему крикнула, что он вне церкви, больше не успела как бы так что-то переговорить-то. А со своими сложно. В храме сейчас не получается. Те, которые ходили, я говорю, живу как в болоте. Сложно, конечно, когда ты одна. Хорошо, если есть одна сестра, которая понимает.
А так остальные считают, что, возможно, я прелесть. Отошли. Ну, решили, что делай ты как хочешь, а мы будем так, как мы знаем. Получается вот так. Ну да. Ну ладно, успокойся. Спокойно будьте, чтобы у тебя сон был хороший. Думай о том, что на суд предстанем все мы. И ложку меда. Медленно-медленно слежи ее теплой водой. Только не запивай ничего, чуть-чуть, чтобы тебя прошло. Можно вечером выйти погулять. Подгуляй и под звездным небом поразмышляй. И на этом все. А как-то где-то Господь представит случай, где ты ее коснешься. Обиженную тобой или тебя обидевшую. И глядишь, оно может как-то случиться. Но бывает, что человек никаким видом не примиряется, не идет. Но это путь он избрал. Он идет этим путем. На словах-то примирение есть. На словах. Но дело в том, ну, что... тогда надо брать на это, а не так. Ты говоришь, а на самом деле ты не такой. Это никуда не годится. Женщины не очень язвительные, вредные, малоумные. То есть там даже самая хорошая женщина, по сравнению с средним мужчином, она прогадывает. Вот в Англии сделали исследование там на всех слоях населения. Разум женщины на 25% ниже мужского. Во всех вопросах, какой бы ни был. Это также и в духовном. Почему Оду Державин Бог ни одна женщина не написала? Она даже не церковь. Могла написать? Нет, нету. Нету. Хотя вот у протестантов, у них есть и женщины, которые... Да. Людмила Плет. Вот это бывает... Такое говорит, воспитательного характера, где-то она там берет и очень сильная. У нас и патриарх так не скажет. Но тоже она где-то была там в Африке, а теперь разошлась с теми отдельно. Игорь Тихонович, хотела еще, я тут посмотрела, Галина Загудаева, ой, Загуляева. У меня все почему Загудаева, потому что мама была... Ну, у нас тоже Загудаева была в деревне, фамилия такая, мамина подруга, они работали вместе. И почему-то в последнее время вот она у меня из головы. Начиная с Загуляева, а у меня почему-то Загудаева вылетает. Похоже. Она там рассказывала случай, что такое, когда ее парализует. И страх внутри. А я хотела рассказать своих два случая у меня было в жизни. А, даже, наверное, три. Ну, мы с сестрой тут с одной поговорили, она говорит, ой, у меня таких случаев много, это враг нападает, всегда так бывает. И она говорит, когда приближается, и он касаться может, и страх находит, когда начинаешь молиться, он отходит. Я говорю, а у меня был вообще интересный случай. Раньше на исповедь сходишь, у нас как же писать можно? Ну, напишешь, потому что толпа, все от тебя тут рядом стоят, и как бы, чтобы не забыть, бываешь, напишешь список, потом придешь домой. А, упустил момент. Это я прочитала «Жития святых», не помню какого святого. Вот он сказал, советовал, например, записывать каждый день свои грехи, и тогда увидишь каждый день, в течение недели, например, какой из них преобладает над тобой. Это сразу будет видно. Думаю, решил я попробовать. Думаю, записываю. И у меня была где-то старая стенка, шифонер, я там прятала, значит, спрятала. Но это было давно, дети маленькие, они спали в зале, например, где как раз и стенка, шифонер был. Сын, он помладше, он засыпал раньше, а вот я ложилась поздно, может, часов 12. И вот как-то захожу, а дочь на 7 лет, ну, ей лет, может, 15 там было. Что-то я зашла в зал что-то взять, но уже время-то позднее, дочь не спит. И она мне, я говорю, ты что не спишь? Она, мама, кто-то ходит, я боюсь уснуть. Я говорю, так в квартире нет никого, я и двое детей, они вроде спать должны, а она не спит. Она, как мне страшно, я говорю, а где ходит? Она мне показывает вот это место, около шифонера. Я сначала-то не поняла, а потом до меня дошло. Я вспомнила, там я прятала свои вот эти написанные грехи. Да я утром ей рассказываю, так понятно, кто ходил. Там раз грехи лежат, бесы и ходили, я их сразу сожгла. Вот. А подобный случай был такой, что тоже, когда записываешь, поскольку я живу в квартире, пятый этаж, не всегда где сжечь-то, негде, дачи у меня нету, на улицу не всегда побежишь. Гулять как бы я не люблю гулять, не привыкла, нет у меня. Дом, работа, бегом-бегом, все какие-то дела, просто так гулять я не хожу. И вот как коплю эти всякие там бумажки разные, бывают и грехи там, и как в деревню поеду, маме отвезу. А у нее русская голландка, и она говорит, я их там сжигала. И вот однажды она мне звонит, да и потом рассказывает, очень покойная, она сейчас уже умерла, конечно, это когда она живая была, она говорит,
больше мне не привози никаких грехов. Ты знаешь, как у меня затопил голландку, как начала выть там, завывать. У, говорит, я молиться давай на колени бросилась. Говорит, думал, голландку разорвет. Шум, бой, говорит, такой был. Страх у ней, волосы, говорит, дыбом у меня. Я говорю, ну вот это такие моменты, это все равно Господь показывает разные случаи, потому что не всегда люди верят в Бога, иногда не верят в бесов, что они есть рядом. Вот. И это разные проявления, я так думаю, и для детей может быть полезно, чтобы они как бы призадумались, что что-то есть, да, кроме нас, живущих, осязаемых, видимых, есть рядом невидимые. Вот. А один случай был, это, ну, это было очень давно, еще сын у меня маленький был, тоже мы в деревне когда были, мы тогда, помню, причастились с мамой в одно время. Но я сейчас точно не помню подробности, но суть в том, что что-то я не допустила маму к сыну. Вот я не помню, что произошло, но главное дело в эту ночь, как раз вот поздно, враг же любит нападать в ночь. И вот я тоже уже на грани сна, наверное, была. Или спала уже, проснулась, и чувствую, меня всюду тоже сковало. И страх такой, и что-то на ноги как будто навалилось. Ну, все, как говорят, барабашки их называют сейчас, все как уж можно назвать. Естественно, я тогда уже знала, поняла, что это враг. Вот. И я сразу, да воскреснет Бог. И когда так сказал мысленно, конечно, все отошло от меня, сразу отошел. Я все думала, вот вроде интересно, причастилась я, а Господь попустил. И я поняла, что покаяться надо, что я неправильно поступила по отношению к маме. Все-таки она мама, она старше, она бабушка. Вот. Но тогда у нас не было, конечно, полного погружения. Тогда всего лишь было мочение, как говорится, у нее и у меня. Вот. Тут получается, что враг может подступить в любой момент. И таких случаев сплошь и рядом. Даже если священникам рассказываешь, они говорят, о, это чуть ли не с каждым случается. Ну, ладно, все на этом. Да, я услышал. Мы тебя каждый день помним, поминаем, молимся. Да, Игнат Тихонович, как мне вот быть там, сколько вопросов уже заканчивается? Нет, сейчас у нас карантин везде, как говорится, школа у нас не учится, но мы работаем, продолжаем работать. С той недели у меня дежурство просто перенеслось. Это ну, вот сама смотри, определяйся, что я могу сказать. Да. Я ж не могу сказать, давай сегодня закончим. Время есть, лучшего не жди. Понимаешь, что сегодня самый благоприятный момент. Мы потом это время будем вспоминать. Да как же я мог думать, что болею, когда ничего не сделал? Ну, думать надо. Никогда не обращаю внимания, болит, не болит. Это, ну, естественно, раз с земли, земля зовет свое. Так, отхожу пока с Богом. Все, спаси Христос.